Добрейшего времени суток, вы на канале Бодр Геймер, и с вами Володя, и будем сегодня продолжать играть в GTA Vice City. Вот это последнее, да, и поехали. В общем, будем продолжать, надо бы эту игру пройти, вспомнить что-то еще интересное, вот какие-то интересные миссии наверняка еще есть. А ну-ка, опачки, опачки, здорово. Все. Теперь это моя машина. Ну, в общем, посмотрим, что еще тут интересного есть. В детстве игра, конечно, казалась дико объемной. Очень длинной. Сейчас она уже такой не кажется. После всего, что мы пережили. После всех сыгранных часов. Так, ну вы, конечно, блин, нашли место для остановки. Так, короче, посмотрим. Я что-то... Куда вообще? Тут вообще перекрыто. У нас 5700 баксов. И у нас, по-моему, оружия нету. Это, конечно, нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть не попался. Да елки-палки, вы что, издеваетесь? Неудобный этот джип. Дико неудобный. Но... На что его поменяешь? Так. Имеет ли смысл вообще лезть туда и искать что-то? Да ну нафиг, поехали, сейчас разберемся. Сейчас мы найдем оружие. Сейчас все найдем. Кстати говоря, я в детстве лазил в полицейский участок. Ну ладно. Отбой. Ёлки-палки. Хорошая машина. Так. Тут наверняка где-то что-то спрятано. Некогда. У нас слишком важные дела с этим. Давай, крошка, давай, вперед! Ну же! Ну! Тупая, тупая лошадь! Я отрублю тебе голову! Что это за членоголовый? Томми Версетти, ты ведь меня помнишь? Простите, я немного обеспокоен. Больше никогда не буду доверять проклятым лошадям. Вы делаете хорошую работу и будете работать на меня. Я работаю на деньги. Как я уже сказал, Амика, теперь ты работаешь на меня. Я работаю на деньги. Заткнись, какой-то Иуда предал меня. Он думает, я не знаю, сколько денег зарабатываю, но воровство 3% — это так же хорошо, как и украсть 100%. Никто не сделает этого со мной. Никто! Следуй за ним из квартиры и увидите, куда он направляется. Позже вы убьете его. Этот говнюк думает, что может потягаться со мной. Да я порву его на немецкий крест. Чё? Так, ладно, а это кто такие? Смотрите у меня. Так, значит, едем, короче, искать... Эй! Блин, машинка-то... Отпад просто машинка. Ну, правда, надо привыкнуть. Опа! Вот я... Так и знал. Слегка заносит ее. Ох уж эти бандиты. Блин, заблудиться? Я уже заблудился. Ой! Главное вовремя остановиться. Так, поехали. А ну, с дороги, все. Я опаздываю. Ночной Vice City. Классно. Не так красиво, как в России, но тоже неплохо. Все, конец машине, уже дымится. Уже дымится.
Ох, чёрт. Неудачник. Что это было? Тебе лучше не останавливаться, засранец. Ты... У меня нет, кажется, оружия. У меня действительно нет оружия. Ёлки-палки. Я просто мог бы... Да ёлки, у меня же нет оружия. Как я... На мопеде протараню сейчас его. Ай, на! А на, получи! Ну ничего, сейчас я тебя... Погоди, погоди. Блин, ну это, конечно, это надо, значит... Так, ладно. Значит, мы сделаем по-другому. Мы проваливаем задание, фиг с ним. И... Не знаю... Покатаемся где-нибудь, поищем, надо найти оружие. Что еще поделаешь? Так, понятно. Удобная штука, мопед. Вот, пожалуйста. Тоже хорошо. Так. Я еще помню, что в центре, там на крыше была... в этот, где... Там торговый центр или какая-то фигня. Там же было что-то какое-то. Вот здесь. Не, это домяра. А ну-ка. Сколько? 8000. А он. А это он, что ли? Или что это? Так, ну-ка. Что это такое? Ой, ты. Я же. Я там что-то лежало. Там есть что-то. Значит, надо это достать. Как-то. Нет. Сейчас мы разберемся, как туда залезть. Только странно, что он. Опа. О, братан, ну все. Ну ты попал. Так. Да елки, ты что, через забор не можешь перепрыгнуть? О. Кто бы это ни был. А ну-ка так. Че, денег нету? Нет денег. Так поступать нельзя. Но здесь столько бандитов в этом городе. Ой, стой! Одни бандиты, вот еще один. Пошел вон, преступник. О! Этот даже вылезать не стал. Какая разница? Один бандит, другой бандит. Черт. Так. Интересно, интересно. Хватит нам автомата? Наверное же нет. А где еще найти что-нибудь? Это что такое? Это что еще такое? Магазин, да ладно. Ну и он абсолютно бесполезный. Грабить мы не будем. Хотя, наверное, если его ограбить, деньги у него есть. Так, нам нужно выполнить миссию. Попробовать с одним автоматом. Ух ты ж, елки-палки. Ну и почтовый ящик. Нифига себе, столбы падают. Почтовый ящик просто снес машину. Да ты издеваешься. Так.
Что? Ой-ой-ой! Что это тут у нас? Ага, ничего. Какая фантастическая находка. Вон там вижу, что-то есть. Наверное, какое-то задание или что-то вроде того. Кстати говоря, может нам... Может, имеет смысл его выполнить? Если там черепок... Черепок! Опа! 20 членов шайки за 2 минуты. Эй, можно мне, пожалуйста... Так, а где они? Вот они! Здорово! Братва! Вот мне быстрее бы... Мне бы еще вот это подобрать. Все, давай! Где еще шайка? Ёлы-палы, ну! А где шайка? Че никого нету? Вон. Вот они появились. А ну! Блин, они исчезают быстрее! О! Ты тоже из шайки, я надеюсь. О-о-о-о! Пятеро. Давайте, живенько, живенько мне пятерых еще быстрее. Ну! Давай. Вот они, вот они. Четверо, да елки-палки. Ну вы издеваетесь. Вот еще двое. Давай, 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 быстрее, быстрее. Трое. Все, 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 все. Ч-ч-ч-ч. А че? Ой, ни одного пистолета. Еще и эти за мной бегают. Какой ужас. Ладно. Черт с вами. Клюшки нам не нужны, разумеется. Ну их нафиг. Ай, я забыл. Нет дороги. Ладно. Ну, блин. А этот можно купить? Он будет приносить мне деньги или нет? Нет, это просто можно переодеться, замаскироваться старого пердуна. Нам сейчас не нужно. Ё-моё! Все, уезжаем. Пока, блин, это ж надо было так мазаться. Да ё-моё! Ну вас нафиг. Бежим к спасению! Бам! Все, пойдет. Будем, короче, вот еще. А, это аптечка. Что? Чего дает вот эта вот таблетка? Замедление времени? И зачем? Ой, ё-моё. И зачем она? Вот эта машина. Мы сейчас... Оп, стой, 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 стой. Вот так, стоп. Вот так. Ты постой здесь, а я посмотрю, можно ли это купить или нет. Да ё-моё! Вот, теперь. Оу, сразу две. Ну, мы возьмем белую, пожалуй. Опа, дверь повредили. Ну, ничего. Будем надеяться, что твоя машина застрахована. Что-то я не посмотрел. Не посмотрел, сколько нам денег дали. Ну ладно. Да и какая разница, правильно? Блин, как бы сейчас этого товарища догнать? Я надеюсь, в этот раз получится. Иди нафиг. Так. Фуляет она тут, блин.
На этой машине и поедем. Удобнее выходить без двери. Так, ну погнали. Давай, да, мы там про лошадей, все такое, молодец. Бежим дальше. О, моя машина! Ладно. Ничего страшного. Сейчас мы... Ай-яй-яй-яй! Ёлки-палки, какая она неудобная. Она, конечно, классная, но ее как-то заносит. Разгоняется хорошо, но заносит. Ну, что и требовалось доказать. Так. С дороги, блин! Все. Теперь это мой город, видно по манере езды. Когда я начал чувствовать себя в нем комфортно. Так. Оп. Вот так. Будем надеяться, что стоп-хам здесь не существует в этой вселенной. Так. Оп. Заглянем на всякий случай в окно уже с винтовкой. Да, стой. Неудачно. О. Чё? Чё это такое? Как это? Ну вы что? Малё. То есть... Следить за ним. Ёлки, ну вы, конечно, выдумщики. Ну ладно. Блин, а вы говорите, вертолетик сложная миссия. Тут вон... Замедление вижу. Ну, оно, правда, нам не надо. Опа, пора, 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 пора. Туда нам не надо, я помню. Нам надо вот здесь. Ну, придется опять ехать туда, получать задание. Ну, ничего. Съездим. Ого! Ничего себе, я прямо как в Дубае. Опа. А ну. Давай на два колеса, давай. Слабо? Слабо. Ну и фиг с тобой. Это что такое? Ладно, возьмем на всякий случай. Правильно? Да и с ней бегать нельзя. Да вы издеваетесь. Так. Да, машинка, конечно, интересная. Скорость у нее тоже. Что-то ранение. Мне показалось, что там полицейский протаранил. О, правильно! Лучше прыгать заранее. Вот так. Как у себя дома припарковался. Поехали. Еще раз. Давай еще раз про свою голову. А в этот раз осталась машина. Что такое? Ребята. Пожалуй, на этой поедем. Не, ну к ней можно привыкнуть, в принципе. Чё ты встал, блин? Да тебе права выдал! Так.
Я уже скоро дорогу выучу. По памяти буду ездить. Да, классная машина. Че я на нее ругаюсь? Эй, просто... Да елки! Это не я, это он! Это просто машина такая. Опа, стоп. Вот сюда. Да, я запомнил. Куда ехать? Так, вы там это. Я в другую сторону. Ничего подозрительного. О-оу! Можно было пистолет подобрать? Ну ладно, слишком долго. Я все время забываю, что нужно остановиться. Полиция со мной. Ох, черт. Так. Да. Сейчас мы с тобой посмотрим еще, кто из нас. Главное, бочки поставили, а убивать его нельзя. А что с ним надо делать? Слишком медленно, дедуля. Или лучше не останавливаться, засранец. Че, дурак, что ли? Ну что, рядом с ним надо бегать, чтобы он... Ты... Псих. Ёлы-палы, город психов каких-то. Алло, полиция! Меня они разыскивают. Тут у вас тут человек ездит. С автоматом, блин, стреляет просто. По участникам движения. Так. Я теперь... А что делать-то надо? Тут что продается? Надо купить. Останавливаться не будем, разумеется. Так, и что? Мне просто за ним ехать? Или мне надо его обогнать там... Не знаю. Или еще какую-нибудь дурацкую выполнить задачу. Вручить ему повестку, я не знаю, от мафии. Вас вызывает босс. Босс крайне недоволен. Высокий. Блин, классно. И там, конечно, закрытая дорога. Ага. Что дальше? Так, а если я сюда зайду? В общем, я не буду, если там кто-то, я не буду перестреливаться. Но мы сюда, наверное, же придем еще, да? Просто хочу посмотреть. Может, тут валяется какое-нибудь. Какое-нибудь оружие. Это было бы весьма полезно. Так. Жизни. Ой, ёлы-палы. Вот ты залазишь сюда, а тут ничего не... Ну вы же жлобы. А зачем сюда залезать-то? Может, еще не все потеряно? Ой-ой, тьфу. Да ну нафиг, вы там, да вы чего? Серьезно. Ладно. Ладно. Ну, видимо, мы сюда еще придем. Сейчас надо будет по к этому гражданину игроману. О, стой! Кто-то увел мой мотоцикл, так что без обид. Стащишь машину у следующего. Какой-то заброшенный райончик. Неблагополучный. Ага, ну конечно. Все у вас, блин, перекрыто.
Ну, поехали. Что еще делать? Обратно к этому. Ну, зато у нас есть автомат. Немножко с патрончиками. А то как-то печально совсем. Блин, как вот так взять все оружие потерять? Это, конечно, было обидно очень. До сих пор обидно. Так. Да ну уйди с дороги, мешаешь мне. Ну, она все равно уже задавленная. Она сама прыгнула. Вот сама же прыгнула. Так, нам сюда не надо, нам дальше. Ох уж эти. Ну, это я виноват. Сейчас мы выполним, короче, задание это обязательно. Еще одно. Ой. Лучше я буду ездить на мотоцикле. На мотоцикле я сам улетаю. Ёлки. Спокойно. Так. На мотоцикле я тоже разучился ездить. У кого минус уши, плюс в чат. Если вы услышали. Так. Да ё-моё, проходной двор просто, а не дом. Мотоцикл классно ездит. Как он классный. Я его здесь оставлю. Я надеюсь, они его оставят. Я вас запомнил. Не дай бог, мой мотоцикл куда-нибудь пропадет. Я ради него человека с моста сбросил. Что же так. Что ты здесь делаешь? Эй, я тут поспрашиваю. А, что я перемотал? Диаз отошел от дел и заморозил моего брата. Так же он убьет и тебя. Я могу взять на себя Диаза. Нет, послушай меня. Я займусь Диазом. Он начинает мне доверять. Я случайно перемотал там первую часть. Что? Только оно сбивает меня с толку. А что? Я не знаю, мне всегда нравился этот Квентин Ванс. Ванс? Тебя зовут Ланс Ванс? Я все прослушал. Я достаточно наслушался всего этого еще в школе. Ланс Ванс — чистокровный ублюдок. Куда мы, черт возьми, направляемся? Остров Креветок. Ты когда-то застрелил одного из этих в суматохе? Нет, впрочем, я немного потренируюсь в этом деле. Сейчас мы будем стрелять. Это да. По вам не буду стрелять. Мы сделаем пару проездов. Так что внимайте столько пушек, сколько сможете. Потом я с вами разберусь. Так, ну чё? Кого? Куда? Где? Где еще? Кто? Вон, вижу. Ох, еще бы это все осталось там лежать. Ой, было бы замечательно. Может вообще их не убивать, чтобы потом прийти собрать. Опа. Что такое? Куда ты едешь? Кому достанется? Кого? Ага. Так, все? Где еще? Кто? Хорош трясти камеру, алло! Так че? Ну. Странные ребята. Че стоял? А ё-моё, хорош крутиться, блин!
Блин, оно трясется все. Понятно, вертолет, вертолетом. Но глазам никто потом вернет. Это же военная зона. Избавьтесь от тех нескольких бандитов. Мы здесь наносим удары, старик. Так что вынимайте столько пушек, сколько сможете. О, да! О, да! О, да! Мне не просто деньги нужны, мне нужны. Ха! Тю! Ребята. О-о. О, да. Оружие. О, мы подобрали еще оружие. О. Так, ну. А, допрыгнул. Кто по мне стреляет? Это что это такое? Странно. Так, где-то... А где... Где тут заход на крышу? Ай, ёлки-палки, он же... Он же здесь. Опачки. Можно мне автоматы тоже пособирать? Пожалуйста. Столько было автоматов. О, я уже в кабине. Все мосты на континенте открыты. А, кстати говоря, давайте-ка посмотрим, что-нибудь здесь где-то прикупить. Я так не буду заходить, просто... Где-нибудь, может, что-нибудь... А что, здесь ничего не продается, что ли? Алло! А, ладно. Я не видел, что там... Ладно. Оу! Вот в каком районе надо воровать машины. Так, ну и что делать-то? Я сохраниться хочу, а купить здесь нечего. Может быть... Разогнался на максимум. Так, где что продается? Алло. Томми, это я, полковник Кортес. Я думаю, что ты деловой человек и сможешь мне помочь. Да ты шо? Я буду у себя на яхте. А я хочу что-нибудь купить, алло, и сохраниться. Ай, да ё-моё. Так, сейчас они меня убьют, да? Смотри, какой дерзкий, а. Так, вот это ты меня только не задави. Оу, хорошо. Ой, замечательно. Шестеро еще. Mm.
Ты же член шайки? Нет? Кто-нибудь, ну я не... Вот это вот и было неожиданно весьма. Все, братва, мне все, мне неинтересно. Все, я уезжаю. Все, тихо. Короче, едем, ладно. Куда? О, рядышком тут наше имение имеется. Вот мы сюда и заедем. Тихо. Как, скажите мне, припарковаться, чтобы мой мотоцикл остался на месте? Никак, да? Вот так, сохранимся. Вот и замечательно, прекрасно. Ну и хватит, наверное. Спасибо за просмотр. Хорошего всем настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось, было весело. Заходите еще, мы обязательно эту игру продолжим проходить и обязательно пройдем. Всем пока.